fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap. Доброе утро всем. У нас сегодня выезд на Carson Coffee очередной. Теперь мы приехали в знаменитый Сан-Клементе. Посмотрим, что здесь происходит, с чем здесь встречают. А у нас тут прямо жирное место. Ну и Волга, никто не понимает, что Волга может быть даже круче, чем Супербёрд. Но она, конечно, не круче, но, по крайней мере, для Америки, как бы, точно никто такую машину не видел. Но все дрочат на Супербёрд. И даже Макларен просто выглядит какой-то какахой, если честно. Еще, короче, Сан-Клементе — это жирный жир. Буду сейчас вам показывать, выкладывать. Но еще не все, только расставляются машины. Но посмотрим, что здесь происходит вообще. Вот такой вот контингент здесь популярен. Лампа, пленка и так далее. Посмотрите, целый коллектив. Приезжают, короче, как будто бы крутые тачки, но на самом деле мы-то знаем, что все это говно вонючее. Короче, мы как настоящие американцы с утра пьем вялый этот кофе разбавленный и пончик. Вот такой набор у нас. Короче, охренеть, сколько тачек. Сейчас пойду буду снимать вам контент. Короче, Супербёрд популярен. Прям народ надрачивает. Это круто. Это круто, но надо пойти прогуляться, друзья, поснимать. Просто показать, что же здесь вокруг происходит. Ну ладно, давайте пройдемся. Посмотрим, что здесь выставлено. Макларен. Пьорш. Еще один Макларен или что это? Феррари. GT. Неплохо. GT. Это у нас что, V12? Феррари. Я, ребятки, даже не разбираюсь в этих феррах современных. Короче, такое. ZR1 Corvette. Это C7, ребята, на компрессоре. Жирный. Ну, какая-то страйкерская Audi. Феррари. Так, ну, короче, и еще всякие Феррари и Порше. Короче, я ушел в той тусовке, где стоят суперкары, и пришел в тусовку, где стоят настоящие тачки классные. Смотрите, ГТОшечка. Сракерский, но тем не менее крутой 69-й Камаро. Вау, на бигблоке, посмотрите, какой жир. 68-й Камаро, розовый металлик на 5.7 350 моторе. Стоковый. Заводская машина. А вот еще, пожалуйста, это у нас тоже 69-й год кабрик. На лютом просто бигблоке. Посмотрите, на каких впусках. Охренеть. Так, еще один 69-й тоже на смолблоке. И еще один кабрик 67-й это, ребята. Так, двигаемся дальше. 71-й Шевель, тоже на бигблоках. Значит, C2 Корвет Каврик. А вот странная история. Ягуар. Нарядная шестерка. Что он тут делает, непонятно. Даймлер, друзья. Не Ягуар, а Даймлер. Пардон эмуа. Я ошибся. Короче, Мустанг. Вот это я не люблю. А, ну вот смотрите, куска губы уже нет. Ну, сракерский, короче, Мустанг с какой-то зубастой лошади. Вот это называется «Ужасы нашего городка». Сорян, пацаны.
Блин, ну это, конечно, ужас. Как можно было сделать такую гадость? Ну это просто отвратительно. Это просто ужасно. Смотрите, по ржавчине покрашено. All right, guys. It's been a while when I've been here in San Clemente Cars and Coffee. Finally, I got here in this year. And I'm driving this today. А теперь сердечко ёкнуло. Нету запаски в этом NSX. Вот. В общем, короче, NSX Targa, NSX-T на ручке. Абсолютно стоковый, заводской. Конечно, это класс. Ничего не могу с собой поделать. NSX в моем сердце навсегда. Конечно, хочется такую машину иметь в коллекции, но до этого еще далеко. Пойдем дальше. Мерс, кстати, тоже жирная SL-ка 190. C8, простите, Корвет. Посмотрите, на белых каких стульях. Ой, хорош. Хорош. Здесь же, смотрите, C6 и C7 такие корветики собрались. А вот интересный пикапчик Dodge. Очень напоминает эта штука мне Cummins двигатель. Вот. Но только он почему-то 4-горшковый вместо 6. Я плохо разбираюсь, скажу вам честно. Но то, что это Cummins, я вам вот отвечаю. Но почему он 4-горшковый и почему такая турбина здоровая, это какой-то тюнинг, видимо. Так, ход в рот вам такой вот. Пожалуйста, еще один ход в рот. Черный. А, ну на этом самом. Называется LT1 5.7 90-х годов. Шевролетовский мотор. Ну и такие еще здесь стоят распердыги. Это El Camino SS 69-я. Вот прикольный пикапчик. Это 39-й какой-нибудь, 38-й год. Прикольный. Фастбэк 65-й, 66-й. Мустанг, беленький салон, красиво. Вот интересно, я видел, эта машина заезжала, это прямо с Dragster. Да, на биг-блоке. На биг-блоке 66-й шевель, посмотрите, какой он внутри. На каркасах, на всяких делах. Короче, чувак в драге на нем участвует явно. Так, 70-го года фастбэк Мустанг на 351-м. А, нет, 429-й, ну написано. Хотя выглядит, да, бигблок, сорян, ребята. 429-й, это круто. Что ж, господа, мы продолжаем наш увлекательный репортаж с утреннего Cars & Coffee. И здесь 68-й Charger RT. Посмотрите, в каком состоянии. Весь оригинальный. Ах, красота. И вообще в этом ряду я еще заметил несколько интересных мопаров. Пойдемте же покажу вам. Так, ну это все понятно. Субурбанчик. Вот, пожалуйста. Это GTX 60 какого-нибудь 6-го, наверное, 65-го. Может, короче, нравится мне такой квадратный кузов. Вот, пожалуйста, смотрите. Но это не самое главное. Сейчас я вам покажу. Я видел где-то... Так, еще один GTX. Вот он. Вот он, 68-го года. Roadrunner. Посмотрите, какой. Просто писечка. Ну, давайте же посмотрим. Посмотрите, как отреставрирована машина. Оригинальный такой голубой цвет блока. 383 мотор. Очень чистая, оригинальная подкапоточка. Ох, цвет. Класс. На ручной коробке. Обалдеть. Очень круто. Это 68-й год, друзья. Roadrunner. Красота. А рядом 69-й с
стоит у нас, а нет, прошу прощения, 70-й, конечно же, Мустанг. Вот, причем это реальный босс, судя по двигателю и по наклейкам. Ну, может быть, это, конечно, не настоящий с завода босс, но сделан как будто это босс. Двигаемся дальше. У нас очередной Мопар. Посмотрите, какой 440 сикс-пак на трех карбюраторах. Охреневший просто биг блок. Wow, that's cool. Cool. I bought it when it's just a shell. Wow. Only the metal. Cool. That's all I got. Very now, nice. Now it's a whole part. It's full speed, yeah? No. No, it's automatic. Oh, got it. But anyway. It's a trick automatic. Yeah, it's really cool. It's really cool. Да, вот такой вот. Also, we have a Hemi plate, yeah? You like that, huh? Cool. Noticed. А вот, друзья, еще один офигенный представитель классики американской, ранней, для Томаса Пантера. Не знаю, какой-нибудь 72-й, 71-й, наверное, год. Просто охреневший. Очень крутой кузов. Конечно, если еще несколько лет назад. 72-й все-таки, видите? 72-й. Тимон разбирается. Короче, если раньше еще можно было подумать о постройке такой машины, то сейчас уже, конечно, они, цены на них улетели в космос. Но кузов очень красивый. А вот выезд с мероприятия. Самая интересная история. Все стоят, снимают. Конечно, Superbird тут прямо был. Но если не number one, то одна из самых таких тачек, на которую народ отреагировал. Так что съездили не зря. Получили очень много респектов и веселья. Cool. Thank you, man. Wow. Thank you, brother. Cool. Видите, мальчик мне дал машинку, сказал, что это самая лучшая тачка нашел. Все, мы уезжаем, у нас ждет следующая локация, сегодня два мероприятия. Господа, мы находимся на следующем мероприятии. Посмотрите, здесь есть настоящая Дайтона и Супербёрд. Вот они и встретились, куча мопаров. Давайте пройдемся, посмотрите. Охренеть. Но это настоящая Дайтона. На ручной коробке. Ой, красотища-то какая. Посмотрите, какая куда. Еще одна куда. Охренеть. И Тестороса здесь тоже. Здесь такое более камерное мероприятие, но тем не менее, посмотрите. Тестороса на рыжем салоне. Ой. Так, и еще один, кстати, Де Томаса Пантера, еще одна машина. Недавно вам такую показывал. Ну что ж, друзья, мы зайдем сейчас внутрь этого замечательного заведения. Это музей Маркони, он действительно очень крутой. Вот. И к своему стыду, я здесь в первый раз. Ой. Ой, все. Ребята, есть салфеточки где-нибудь? Что это? Что это за рай? Блин, как круто. Короче, делать вам обзор или не делать обзор на музей? Что скажете? Просто пипец, как красиво. Ай, Хемикуда, блин. Ну ладно, друзья, давайте начнем наше движение. F50. Первый раз вижу живой F50. Хотя когда-то у меня была Toyota MR2 с мордой, сделанной под F50, но, конечно, это совсем не то. Очень круто выглядит. Посмотрите, как сиденья смещены вперед. Обалдеть. Тут еще есть много разных Ferrari. Сейчас мы до них доберемся. Давайте по порядку. Тандеры эти, хрен с ними. Посмотрите, Вильямс, на котором ездил не кто-нибудь, а Найджел Мэнсел. А?
Это оригинальная настоящая машина. Обалдеть. А это 96-й год уже Феррари, на которую ездил Шумахер. Дальше, друзья. Настоящий, оригинальный генерал Ли, который снимался в фильме. С каркасом, смотрите. Вот это настоящая машина из кино. Со всеми подписями. Очень круто. Конечно, Charger 69, генерал Ли, можно сказать, что легендарная история. Всегда круто на него посмотреть. А вот здесь, друзья, стоит просто невероятный жир, от которого просто текут слюни. Это Lamborghini Espada. Посмотрите, какая. Четырехместная тачка с мотором впереди. Вот. Дальше. Вообще просто абсолютно нереальная. BMW M1 E26. Посмотрите. Вот, оказывается, как выглядит E26. Никогда бы не подумал. Короче, BMW M1. Охренеть. Настоящая оригинальная Shelby Daytona. Дальше. Еще одна Пантера де Томаса, но какая-то очень хитрая, с каркасами, с какими-то наворотами. Дальше. Посмотрите тоже. Как будто бы издалека Пантера, а ни хрена. Это Мазерати Бора 74 года. Просто нереально крутая штука. А вот это, вот вообще никогда не угадайте, что это такое, друзья. Тоже похоже и на Ламбу, и на хрен пойми что. Это называется Чизетта Мародер 91 года. V16. Правда, здесь V12 мотор от Феррари, но тем не менее. Посмотрите, какой кузов крутой. Я первый раз вижу в жизни такую тачку. Просто обалденная коллекция, конечно, здесь. Ничего не скажешь. Ну, конечно же, еще раз. Еще одна Тесторосса. Тут слов нет. Это просто мечта из мечт, конечно. С каждым годом отдаляется она все дальше и дальше. Потому что стоимость Тесторосса уже улетела далеко за 150, и 200 уже, и 300, и так далее. Вот. А вот Knight Rider, друзья. Посмотрите, оригинальный Knight Rider из сериала. А? Посмотрите, все прямо четко, как надо. И огонечки наверняка там мигают вот здесь. Очень круто. Прямо детство вспоминается. А вот следующий нам экспонат, пожалуйста, господа. Это Original Batmobile. Просто охренеть, конечно, как круто. Смотрите, а? И он ездит, он на ходу. Блин, круто. Это из фильма «Бэтмен Returns», то есть это вторая часть. Очень круто. Вот еще достаточно редкая штука. Это «Дина» называется, «Феррари». Очень нравится мне дизайн. Прям. Тоже раньше они стоили относительно недорого, то есть хотя бы можно было приблизиться. Сейчас «Дина» это уже прям очень дорогая штука стала. К несчастью, но тем не менее, очень красиво. А вот здесь, смотрите, хоп, типа гараж. Здесь можно покушать, посидеть. Это они сейчас временно сделали такое для мероприятия. А, смотрите, как здесь круто. М6 Е24. Пожалуйста. Эльдорадо 56 года. Гоночная Феррари. Это F355, судя по бамперу, да? А, нет.
Это 348, да, что-то я тупанул. 348, круто. Дальше, рядом 355-я. Снизу 360 модена, здесь еще одна. Но это как бы странно. Мне показалось, что это Дина тоже. Это точно не... А, 348, вот она, да. Вот она, Дина. Туплю я. Вот еще одна Дина. Посмотри, какая коллекция здесь всяких Феррари. Потом гонки какие-то. Прям. Ух ты. Лола Т-93. А? Как он такой? Лолу вы точно не видели. Посмотрите, она снизу новая все. Обалдеть. Охренеть. А вот как вам такое решение. Драгстер на стене. Очень классно сделано. Страшно стоять, этот мотор весит тонны, наверное. Класс. Постеры всяких гонок. Очень классный музей, друзья. Посмотрите, еще какие-то формулы там стоят. Вот у них, конечно, машин тут разных, а? Даже есть трактор. Ламборгини. Недорого. Посмотрите, какой тут прикольный трактор. Офигеть. Очень круто. Посмотри, какие старые карбюраторы. Охренеть, можно. Да. Вот это я понимаю. Рядная восьмерка. Очень круто. Бир Стир называется. Рейсер. А вот, друзья, после адских этих мероприятий, посмотрите, настоящая японская. Это рамены здесь всячески. Прям как в Японии. А вот здесь, посмотрите, а? Всякие вкусняшечки. Охренеть. Все, как я люблю.